Так, давайте поиграем в какой-нибудь либо лес, либо город. Я хотел бы покататься, например, зимний вариант. И тачку мы сегодня будем прокачивать. Новую тачку. Сейчас посмотрим. Будем формулу прокачивать сегодня. Так, у нас детали здесь появились вместо. Ага, можно магнитик бесплатно прокачать. И у нас какой-то еще. А, ну это неинтересно. Это неинтересный уровень. Давайте прокачаем мы двигатель, моторчик. Ага. Сцепление. Так, я хочу, чтобы все ровненько было. Давай до 8 доведем. Подвеску тоже до 8. До 8 уровня, отлично. И прижимную силу. Так, ну до 8 мы не доведем, конечно. А, давай мотор еще повысим сильнее. Все. Все, что могли, мы повысили. Кстати, ребята, я поставил, конечно, еще эскимоса. Мордашку. Почему бы и нет? Так как играем мы в зимний вариант. Карта у нас зимняя. Поэтому эскимос здесь вообще канает. Ну, надо было, может быть, возможно, мне надо было снять шляпу. Да, бейсболку надо было убрать. И еще я прокачал, сделал двойные монетки. А проехать, я не знаю, сколько я здесь проеду вообще. Ну, надеюсь, нормально-таки проеду, потому что потратил я 100 тысяч на машинку. Прокачали мы 100 косарей. Движок, кажется, я 2 раза всего лишь прокачал. Ну, ладно. Главное, что все остальные параметры тоже я удачно-таки прокачал. Посмотрим. Как у нас будет тачка вести себя на дороге. Ну, вроде бы нормально. Не особо переворачивается. Опа, бензин профокали. Назад давай. Вот, уже и запищала у нас система. Что нехватка есть бензинчика. Ничего страшного. Бензин мы взяли. И теперь несемся. Ой-ой-ой. Так, выровняла я эту штуку, наверное, свою нос. Такс. Давай, сколько у меня? 400 метров. Это у меня был рекорд 1400. 1400 метров. Сейчас попробуем рекорд свой улучшить. Потому что, извините. Блин, как я заехал-то сюда. Ой, нехорошее место какое. Так, сломалось что-то у меня на машинке. О, нет, бензин. Так, все нормально. Бензинчик взять. А вот здесь нужно аккуратно, кстати. Да, здесь башкой стукнуться только так можно. Поэтому аккуратненько здесь проезжать. Главное не врезаться ни во что голову. Эскимос, наш эскимосик. Во, давай, еще немножко. Во, двигатель хорошенький у меня. О, нет. Бензин заканчивается, прикинь, да в смысле? В смысле мне? Так, ух ты, новый рекорд. Знаешь, сюда мы не доезжали. Так, все, теперь мне нужно гнать вперед. За, аккуратненько, за бензинчиком своим. Ой, и главное, не перевернуться, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Только-только звездочки начали получать. Я смотрел, сколько мне нужно звездочек, а звездочек нужно мне около 6000 звезд. Я просто приофигел, когда узнал об этом. 6000 звезд. Давай. Есть. Молодец. Так, а что-то у меня? Движка не хватает или что? Нет. Это, скорее всего, то, что бензин у меня кончился. Прям в том месте, где мне надо было сделать большое-большое усилие. Так, заехали на льдинку. Айсберг небольшой такой. Льдина. Так, опять, что ли? Да вы что, издеваетесь? Ну, опять у меня бензин закончился. Ну, в смысле? Да в смысле? Я еще упал и разбился. Да что за у меня проблема с этим бензином-то, а? Да. Ну, давайте поиграем. А, ну, подожди. Где мы еще не играли? А, в заставе мы играли? Сейчас посмотрю. А, в заставе мы не играли. Ну, поехали в заставу поиграем. Угу. В заставу мы играем, потому что мне нужны эти звездочки. Так, ну пока тачка у меня прокачана. Может быть.
Ой, много на... много километров тут наездим, хотя это не точно. Так, лунная это вот эпопея. Вся вот эта сказка. В свое время я здесь много-много километров наезжал. Вот этих соревнований всяких. Да. Так, бензинчик. Опа, взяли. Голова. Головой стукнулись. И мы мало денег заработали. Так, я предлагаю заставить покататься максимально на всех тачках, которых я не катался. А не катался я на каких вот супер-пупер. Вот в такой тачке я не ездил. Вот такую тачку мы и возьмем. Так, вот она у меня, эта тачка. А, давай вид изменим. А, снимем шляпу эскимосу. Можем очки одеть эскимосику. Так, а что еще хотел я сделать? Машинки. Вот такую сделать, красивую машинку. Все, поехали. Ага. Это у меня получается другой режим. А, да этот режим, блин, он мне не нравится. Ну ладно. Блин, я разбился. Я же сказал, этот режим мне не нравится. Так. Давай еще раз попробуем. Поехали. Вторая попытка. А главное не спешить. Че там? Я прям на ровном месте разбился, как я не знаю, что, как кто. Блин, опять! Не, тачка, короче, не подходит для этой игры. Так, ладно. Давай выберем вот эту тачку. Супербайк. На супербайке. Во! Супербайк у меня. Да ё-моё! Да как так? Ты чё творишь? Не смогли мы проехать, ладно? Угу. Так, что у меня здесь есть? Пляж. На пляже поедем. На байке. 700 метров я здесь проезжал. Да, эскимос, конечно, тут не канает у нас. Ну ладно, у нас будет такой экстремального вида. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, в смысле разбился. Повтор. Давай сцепление прокачаем. Он у нас еще слабенький такой, мало слабенький, прокачанный. Мопедик. Потому что он дофига денег стоит. Чтобы прокачивать. Ну, давай, короче, в следующий раз мы... Да в смысле, как я тут проезжал-то раньше? Давай прокачаем режимную силу. Так, все, прокачали мы немножко прижимную силу. Не знаю, поможет она нам или нет. Может быть, я просто здесь откровенно, ребята, слишком тороплюсь. О, вещь нормально. Главное нам не торопиться. Аккуратненько ездить. Вот таким способом. На нашем байке. Так. Все, мне было 100 тысяч сегодня. Все деньги ушли на прокачку тачек. А на байка денег не хватило. Так, вот здесь я разбился в прошлый раз. Все, пошли, ребята, звездочки. Потихонечку, понемножку, может быть, мы и насобираем на новую карту. Да, раньше карту можно просто за деньги было купить. Сейчас очень дорого стоит карта. 800 тысяч. Либо собирай звездочками. Ну ладно, мне это, в принципе, без разницы, как собирать. Так, разбилась у нас байк потихонечку. Чё-то я смотрю, какой-то другой мотоцикл едет. Да, ё-моё, он у меня разбился немножко. Ну, не страшно. Главное, что едет. Ой-ой-ой. Всё его что-то заносит клювом. Он клюёт. Надо все это как-то что-то прокачивать его, конечно. Потому что на таком байке ездить неприятно. Он постоянно клюет носом. Вот.
Надо было мне байк. Ну ладно, короче, в следующий раз я буду прокачивать байк. И все. По-другому, ребята, никак не получится. Будем прокачивать байк. Так, бензинчик взяли, отправляемся дальше. О, здесь еще у меня ждут эти денежки, сумочки. Вот уже 2000 нам дали. Заработали. Оп-оп, домик ломаем, рушим. Что у нас там по бензину? В этом месте бывает, что бензин заканчивается. О, начинает, смотри. Начинает у нас. Да. Вот и кончился бензин. Сколько проехали, столько и проехали. А давай тогда поменяем тачку, которую... Какую я там прокачивал? Вот эту, да? Формулу. А, давай вид поменяем машинки. А, ну столько-то... Два вида всего лишь. Все, поехали. Так, 2000 метров мы здесь проезжали в прошлый раз. Ну, давай, эскимос. Проедь. Больше. Метров. Получится у тебя это или нет, не знаю. Будем надеяться. Такс. Вот смотри. Эскимосу уже на машинке лучше нравится ездить, чем на мотоцикле. На мотоцикле прям сложно было, потому что надо его будет прокачивать. Ну и сам вот этот вот формула наша. К сожалению, особо я не чувствую, что он там прокачалась какая-то, стала супер-пупер. Мощная, нифига. Хотя, может быть... А знаешь, как мы это проверим? Мы это проверим просто-напросто, смогу ли я побить рекорд сегодня свой, старый. Так, проехать-то километр всего лишь надо. Вот и посмотрим, прокачка этой тачки помогла или нет. 100 тысяч я на нее потратил, кстати. На эту тачку. Вроде бы и 100 тысяч много, а на самом деле нифига не много. Подкрутил я колесики. И там все, рессоры. Что там еще подкручивал я? Ну, двигатель я два раза всего лишь прокачал, потому что двигатель уже дорогой. Так что... А, прижимную силу вот эту вот я, кажется, только два раза тоже прокачал. Да, немножко. Так, говорю, 100 тысяч, это для Hill Climb Racing 2. Это не деньги, совершенно не деньги. Так, ну что ж, у нас уже 300 метров осталось. Где-то я тут... А, здесь же это место. Либо здесь можно башкой удариться, либо... Кажется... Нет, в следующий раз там будет сложно проехать. Бензин будет заканчиваться. А в этой машинке тоже бензин, кстати, очень легко и быстро заканчивается. Такая она прожорливая. Сильно прожорливая тачка. Видимо, не знаю, прожорливость как-то лечится. Наверное, ох ты, ё-моё, ты давай. Всё, я здесь тоже не проеду. Блин, я очень много времени потратил. Не знаю. Всё, она уже здесь у меня запищала. Нифига мне не получится проехать. К сожалению, да. Так устроена игра, что... Победить рекорд очень сложно.